Майдан перед саммитом. В Киеве оппозиция вывела на улицы своих сторонников в преддверии саммита Нормандской четверки. Участники митинга, в том числе Петр Порошенко, потребовали от президента Украины Владимира Зеленского не делать каких-либо уступок Москве. В противном же случае пригрозили массовыми протестами. Наша цель – показать Зеленскому, что на переговорах он должен руководствоваться только национальными интересами Украины, заявил один из организаторов митинга. Как отмечают эксперты, предстоящие переговоры в формате Нормандской четверки по сути станут первой серьезной проверкой для Зеленского как главы государства. Сам он ранее заявлял, что хочет добиться конкретных результатов для прекращения боевых действий на востоке Украины. Однако весь вопрос в том, какие условия поставит Москва и готов ли будет Киев их выполнить. Переговоры пройдут в понедельник в Париже. При этом Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся в подобном формате впервые.